Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем сегодняшний вебинар с хорошей новости. Одна она и хорошая, она и плохая. Я делаю уже вторую запись, потому что сегодняшний, или вернее, скажем, вебинар, который будет в этот четверг идти, он делается в записи, ибо я в это время буду в пути из Москвы во Вьетнам. В интернете произошло. Самое важное событие для нас, по крайней мере, это то, и для всех инвесторов, это то, что была встреча, значит, совещание в Минске 28 ноября с генеральным конструктором Анатолием Эдуардовичем Леницким и руководством ЗАО «Струнные технологии», где обсуждался целый ряд существенных вопросов сотрудничества с Skyway Capital и Global Transport Investment и ЗАО «Струнные технологии». В чем? Какое сотрудничество? Казалось бы, что мы до сих пор не сотрудничаем? Нет, дорогие друзья. Важно понять то, что сотрудничество перешло уже. Плавно переходит. Оно переходит на новые, как бы, принципы. Продолжается, как я уже неоднократно говорил, процесс инвестирования в основную технологию. То есть мы переходим на 13-й этап. Ни для кого это уже не секрет. Вот. Самое важное, что для нас, это то, чтобы строились по этой технологии путевые структуры. И это не самое главное. Это является исходным условием самого главного. Самое главное, чтобы начиналась бы эффективная, прибыльная эксплуатация этих трасс. То есть открылся бы поток поступления средств от работающих, эксплуатирующихся проектов. Это не только трассы, как я уже в прошлый раз на вебинаре говорил, это целый комплекс, который сопутствует именно тому, что будет происходить на трассах, или как будет работать транспортная структура. Вот, например, сегодня мы обсуждали и смотрели варианты, с чего все-таки начинать, или вернее, какой пилотный проект взять. То же самое и в Таллине. Есть целый ряд, только в одной Риге есть несколько пилотных вариантов. Какой из них взять? А что является критерием оценки? Во-первых, эффективность. Но не только эффективность самой транспортной структуры и ее окупаемость, а эффективность всего проекта. Что в проект может входить? Потому что только предлагать транспортную связку между точкой А или, например, с улицы такой переехать на улицу такую. Это не трамвайное движение, дорогие друзья, а это целый комплекс. Следовательно, из точки из одной, как в другую переместиться, что происходит в точке А, что происходит в точке Б, можно ли запарковаться, можно ли какую-то услугу получить и так далее. Это бизнес-проект, дорогие друзья, и мы его обязаны делать эффективным. От этого наше благополучие зависит. Всех инвесторов. И тех, кто делают проект, и тех, кто инвестирует, и тех, кто сидят. И мы в том числе сидим и будем ждать. Не сидим, к счастью, а в какой-то момент будем пассивно ждать или пассивных доходов уже с проекта, в который мы проинвестировали. Поэтому это очень важно. И поэтому на примере, например, того же самого Рижского варианта, это там рассматривается то, что поступила информация, что перестраиваться будет делаться, скажем, в течение, по-моему, 3 лет. Финансирование получено на реконструкцию телевышки. Там достаточно высокая, хорошая телевышка. Там есть целый ряд вопросов. А это очень хорошо стыкуется с тем, что на этот же остров должна осуществиться опора нашего Skyway транспорта. И теперь встает вопрос, а не провести ли вообще пилотную часть только по острову, на котором реконструируется телевышка, и сделать вообще первый пилотный шаг, чтобы там ни с кем не конкурировать, сделать первый пилотный шаг, как туристическую трассу, которая от предполагаемого прохождения через реку Даугаву другого или основного проектного варианта со станции, железнодорожной станции в аэропорт, чтобы с точки пересечения, именно с этой опоры, ответвление, начинать с ответвления, а не с самой трассы, чтобы там не сильно конкурировать и так далее, и так далее. То есть это требует проработки. Понятно, да? То есть различные варианты возможны. Поэтому все эти вопросы надо прорабатывать. Теперь смотрите, я возвращаюсь обратно к тому, о чем говорилось в Минске.
Первое – это то, что Sky Capital становится или стал, превращается, превратился, правильно сказать так, уже в партнера подготовки именно инициации адресных проектов. Головной компании или ЗАО «Струнные технологии» им надо обеспечивать в основном процесс производства юнибусов, юникаров, юнибайков, развитие этого процесса. Ведь нельзя сегодня разработать и все время вырабатывать. То есть этот процесс постоянно, для этого экотехнопарк и создавался. Понимаете, да? То есть на перспективу надо уже сегодня работать. Плюс, потому что что сегодня на перспективу? Мы пришли к выводу, что Сан-Бернардинский проект, о котором я тоже пару слов сегодня скажу, он является тоже проектом, с одной стороны, пилотным, а с другой стороны, он является еще и проектом, где разрабатывается новый вид транспорта, юникар, горный вариант. Это очень важный момент, и в него надо тоже, как бы, это наша разработка будет, потому что, об этом я еще скажу чуть позже. То есть, разработка ведется, и это очень важно. И Skyway Capital готовит, подготавливает, и это был один из основных пунктов, о котором мы там говорили, о принципах сотрудничества, что и как Skyway Capital делает, создавая совместные предприятия, для того, чтобы привлечь уже на подготовленную почву, привлечь GTI. А GTI основная задача развивать технологию, поддерживать ее и обеспечивать, быть генеральным подрядчиком уже в строящий проект. До этого проработать бизнес-план, разработать финансовую схему финансирования, привлечь инвесторов – это не задача GTI. GTI именно с одной стороны обеспечить четкое по технологии строительства, а с другой стороны – обеспечить по всем принципам сотрудничества, обеспечить поступление именно с проектов уже работающих трасс. Почему? Да потому что это и есть основное, откуда мы свои основные выгоды получаем, понимаете? То есть с этих проектов, которые будут эксплуатироваться. И это очень важно. Причем там забивается доля, как уже говорилось, принцип не менее 25% доля GTI, а в зависимости от того, как мы финансируем, может быть, она и больше. Например, могу сегодня сказать, что обсуждался вопрос финансирования именно в как сделать вариант финансирования и привлечения именно наших инвесторов к проекту в Сан-Бернардино. Пока тут с токенами, значит, разбираемся, и о белой бумаге, об этом я тоже пару слов еще скажу, потому что мне сегодня Алексей Дьяков напомнил, сказал, что вы можете сказать, я говорю, а что я могу сказать сейчас? Я не вижу ни белой, ни голубой бумаги, поэтому об этом я пока не буду говорить. Когда они будут, тогда я конкретно выскажу свое мнение и свои рекомендации. И то сплетни, которые ходят в интернете, как мне уже сказали, да, там Масловый, там кто-то еще, там, по-моему, Франтишек, Солар и так далее, они уже давно тут нахапали себе этих самых проектов. Вот, к сожалению, вынужден вам сказать. И уже токенов там набрали. Дорогие друзья, включите свой разум. Даже если бы я это сделал, а я в прошлый раз чисто сердечно вам признался, что да, нет, я пока этого не сделал, потому что я не знаю, куда я вкладываю, понимаете? И ничего страшного, если я позже об этом узнаю. И все равно я больше, чем на 100 тысяч так называемых номинальных акций залоговых все равно не мог бы взять. Поэтому вопрос такой, я даже еще не выяснил, есть ли они у меня такие возможности. Хотя я предполагаю, что есть небольшой пакет, где как раз есть чуть больше 100 тысяч акций. Поэтому это все еще впереди, и мы об этом услышим. Я вам скажу свое мнение, что и как. А мнение одно, естественно, надо инвестировать. Конечно, я сегодня знаю, если есть такая возможность, ей надо будет воспользоваться, понимаете? Потому что первый этап 100 тысяч, дальше будет еще возможности. И возвращаясь обратно, я вот прыгаю сейчас, первый раз, когда 25 минут говорил, я говорил более складно, сейчас у меня мысли разбегаются. Но не в том дело сейчас, по крайней мере, я сосредоточусь, что все равно важно инвестировать, использовать это и так далее. Но в свое время не надо мельтешить, не надо суетиться. И поэтому, возвращаясь обратно к Сан-Бернардинскому проекту, хочу сказать, что вероятно, а другой схемы нету, скорее всего, как привлечь, мы обсуждали, как привлечь наших инвесторов в первую очередь. Вот. И пришли к выводу, что
обговорили принципы. Я не имею права открывать этих принципов, но принцип такой, скорее всего, будет сделан такой специальный пакет инвестиций, где мы инвестируем и в основную технологию, и в этот проект, понимаете? Как бы, причем, чтобы не ущемлять инвестиционный поток в основную технологию, после рефинансирования предпроектной или проектной части и средств уже широкого привлечения инвесторов через токены и через ICO-программу, или вернее, ну да, через платформу ICO, когда мы ее подготовим, мы могли бы вернуть средства в основную технологию. Когда это придет, я это более подробно объясню, но могу сказать, что мы продумаем все с позиции не причинить вред существующему процессу завершения именно 15 этапов и инвестиций в основную технологию, но делая другие проекты уже сейчас. Вот. Второй вопрос. То есть это обсудили, достаточно интересное решение нашли, которое, о котором вы в свое время, когда оно наступит, узнаете. Теперь очень важно еще то, что полностью был обсужден механизм создания совместных предприятий с партнерами, вот, чтобы когда или это, для чего это делается? Как, возьмем за пример Вьетнам, где создается, вернее, ведется процесс, уже идет он, идет процесс создания совместного предприятия. И казалось бы, а где GTI? А GTI, оно, ему зачем сейчас во всей этой суете участвовать? GTI подготавливает, совместное предприятие подготавливает все необходимое. Бизнес-план, финансовый план, значит, юридическую базу под будущий проект. И, как правило, это как принцип, который мы еще раз обговорили. И GTI входит как генеральный подрядчик. И это с одной стороны, а с другой стороны входит уже в договор управления этим предприятием, которое будет, вернее, управление проектом, в котором он будет иметь свою долю. И там встает вопрос, останется ли это предприятие, которое создали для управления проектом, впоследствии и эксплуатирующим эту транспортную структуру или вот то, что создано этим проектом, или же будет отдельно еще создано эксплуатационно получающее выгоды предприятия, или, скажем, обеспечивающее эксплуатацию и получающее доходы с эксплуатации транспортной структуры и всего того, что там, всей инфраструктуры, которая будет создана вместе с этой транспортной структурой. От чего основные выгоды наш инвесторов? И GTI тогда будет там, как обычно говорится, или как обычно заложено, не менее 25% доля его. Вот, потому что зависит ведь, когда будет трасса построена, то кто будет выгоду получать? Выгоду будут получать те, кто в нее вкладывались. А априори 25% будет у GTI уже там заложено. Значит, так, потому что она дала свою технологию. Плюс туда может быть еще через Capital, через сам проект, через схему финансирования, через то, как мы предпроектные финансирования организуем, может быть еще, скажем, доля вырастет до 50% доля GTI. Понимаете, да? Потому что там есть нюансы, о которых мы какое-то время, может быть, и поговорим, потому что это достаточно интересная тема. Об этом мы тоже там говорили, я вам более коротко это все рассказываю. Теперь, значит, что еще важно по совещанию. То есть по Вьетнаму мы договорились, что мы делаем подготовку. И я как раз вот завтра в 10 часов улетаю из Сталина, чтобы быть во Вьетнаме. Пройти там с 6 по 9 я буду там. Причем 2 дня, 6 и 7 это будет работа с министерствами и с... даже не с министерствами, а с одним-двумя министерствами, скорее всего, это Министерство культуры, которое является, ну, как бы главным заказчиком, что ли, этого парка 54 национального парка, и Министерство юстиции, или вернее, там группа есть, так называемая группа поддержки, что ли, ну, неважно, одним словом, кто дает... подготавливать всю документацию для правительства, потому что на уровне правительства это решается,
создание совместного предприятия, с ними работать, в деталях разбираться и так далее. Вот. И готовится 8 числа на конференции во Вьетнаме, в Ханое, выступить на конференции, где будут присутствовать. Заранее уже определено, они туда направлены своим руководством, представители 4 министерств. Министерство строительства, Министерство транспорта, Министерство финансов и Министерство юстиции, которые там вот будут смотреть, слушать и так далее. И моя, по крайней мере, сейчас пока стоит задача, я буду небольшой доклад делать по поводу возможностей использования, вернее, трассы, скоростные и межгородские трассы, как основа для создания линейных городов и поселений, комплексов поселений. Вот, какие это возможности. Для Вьетнама это очень интересно. Плюс производство электроэнергии. Различные варианты. Я немножко остановлюсь, очень коротко остановлюсь на переработке мусора там. Вот, потому что это очень тоже важно. Поэтому вот эти четыре. Оттуда сразу же возвращаюсь и практически меняю только чемодан. Улетаем на встречи, которые будут в Вене, в Братиславе и в Милане. Значит, они как бы приурочены к награждению Анатолия Эдуардовича, которое пройдет в Братиславе. Всемирные премии он получает. Вот, вы уже, наверное, слышали об этом. Но еще услышите более подробно, не буду сейчас о ней больше рассказывать. Хотя в первом, которое не записалось, там я чуть дольше рассказывал об этом мероприятии. Вот, он там 11 будет, это вручение, в 12 часов дня, если я не ошибаюсь. Вот, ну, вы увидите, услышите об этом более подробно. Не хочу предвещать ничего. Вот, значит, подвожу черту по 28-е. То есть были обсуждены основные принципы. Принципы приема делегаций, которые рвутся сейчас в Минск и в Марьину Горку. И так далее, и так далее. Тут есть такие товарищи, которые на кривой козе пытаются объехать. Мы работали, не буду называть где, значит, с партнерами, так называемыми партнерами. Вот, они съездили, мы им организовали встречу. И что они делают? Берут, пишут прямое письмо лично Анатолию Эдуардовичу Яницкому и говорят: вы знаете, такие не товарищи оказались, что они ничего нам там толком не рассказали, не показали. Вот мы хотим с вами напрямую работать. Вот. И готовы обсудить варианты. Анатолий Ильич говорит: друзья, с кем вы общаетесь? Вот абсолютно. И вот понимаете, вот это так, чтобы вы понимали, что не делается это таким образом. Вот, головная компания минимизирует полностью всякие возможности там каких-то частных там рассказов, перерассказов и так далее. И завершилось таким решением, что, дорогие друзья, человек, который вот передернул, это, к сожалению или к счастью, не понимаю, но, по крайней мере, это русский вариант, да, это российский так называемый предприниматель. Вот, мы обговорили, как вообще тестировать таких людей, прежде чем мы их туда привозим или показываем, или что-то делаем с ними так. Вот, чтобы вот этой лишней суеты не было. И подготовили ответ, который им отослан. Посмотрим. Хотя проект сам интересный. Но вот засранцы, я извиняюсь за выражение, бывают везде. Но это так называемая пена процесса, в котором мы идем. И мы никуда от нее никогда не денемся. Это таково есть. Нас везде испытывают. Потому что, например, предлагают там $1 триллион, давайте инвестируем, давайте всех туда в сторону. Мы, то же самое там по арабскому миру, несметное количество. То есть это испытывают, проверяют и так далее. Надо быть последовательными, и это очень важно. Вот что я вынес со совещания, это то, что очень конструктивно было обсуждение. Причем рассматривались альтернативы, не отметались, что если это не мое мнение, то оно не подходит. Кстати, это касается Анатолия Эдуардовича, он был очень гибким. Для меня это, ну я скажу вам так, что я много чего повидал, для меня это очень важный фактор, когда партнер такого высокого, высочайшего класса
начинает и ведет себя таким образом. Потому что, да, что касается технологий, он так прямо и сказал, тут, пожалуйста, мне на ноги не наступайте, а со всем остальным давайте обсуждать. Если это аргументируемо, почему бы и нет. То есть это очень важно. Поэтому подвожу черту. По Вьетнаму я тоже уже вам кое-что рассказал. Теперь по Сан-Бернардино. Там конституционный договор, все дело, процесс идет. Но пока не подписано, скажем, дополнительное соглашение о том, как мы будем участвовать в конституционном договоре. Потому что фактически этот договор принадлежит одной компании уже долгое время. Там есть подъемник, там есть трасса, которая поднимает вот Хило, худо-бедно, но она поднимает. Вот. Но они готовы этот договор переуступить. Вот в этом договоре, в этом договоре там 2% участия, долевое участие у кантона, у самого местного самоуправления Сан-Бернардино, 98% вот у этой компании. Она хочет уйти оттуда, потому что она проиграла этот конкурс нашим партнерам швейцарским. Вот, и поэтому вот сейчас идет здесь, доводка этих вещей, вот этих вопросов, чтобы правильно разработать схему финансирования. Хотя уже основную часть, предпроектную часть, как я уже вам и говорил, мы более-менее принципы и решения, основу для решения здесь обговорили. Поэтому здесь можно идти дальше. И это тоже радует, потому что мы не стоим, не топчемся на месте. Вот. Еще есть целый ряд других проектов. Я вскользь, коснулся Таллинского, коснулся Рижского проекта, процесс идет, коснулся двумя словами Хельсинского проекта, потому что там тоже идет, мы тут в постоянных контактах находимся. То есть мы отрабатываем Нигерия, вот сейчас я тут буквально закончу запись, буквально вот должна начаться связь с Нигерией. По Италии наши специалисты, инвесторы проработали очень интересные варианты, я об этом уже говорила, что там тоже будет у нас встреча еще и в Милане, куда придется из Братиславы, из Вены ехать. Одновременно там же будет встреча и с швейцарскими партнерами. То есть год насыщенный, до Рождества, до Нового года дел хватает. Поэтому еще отвечу вам на некоторые вопросы, которые были. Когда и где первый юнибус, юникар или юнибайк поедет? Этот вопрос задают, через каждые 2-3 вопроса, 3-2 места задают вопрос, где он ездит? Вот только сегодня разговаривал, я говорю, ездит в Мариной Горке, но там нет постоянно действующей трассы. Она действует, но она тестовая трасса, это разные вещи. А как мне задали вопрос, скажи честно, как ты думаешь, где? Я говорю, а что тут честно говорить? Есть где-то порядка, на мою экспертную оценку, 12-13 проектов, с которых любой может выстрелить. Из них наиболее такие могут быть 3-4 проекта. Один из них в Объединенных Арабских Эмиратах. Вполне может быть поехать абсолютно первый юнибус, юникар, там, юни. Понимаете, да? Вот. А я не исключаю, это может быть и Сан-Бернардино. Горный вариант пойдет. А когда пойдет горный вариант там, то мы сразу же включаемся в три проекта, которые уже, они стоят в таком готовности, в состоянии готовности, когда там наши партнеры уже рассказали, подготовили. Как только мы готовы с Сан-Бернардинским проектом, мы сразу идем туда. То есть вариантов и возможностей очень много, поэтому мы работаем с теми, кто желает. По Литве, в Вильнюсе, на Курской косе интересные варианты сейчас подготавливаются. Поэтому очень важно это все вести как бы. Вот, мы готовим людей, которые маломальски понимают введение проектов, подготовки проектов. Вот. К сожалению, я должен просто сказать, к сожалению, отвечая на вопрос, этот вопрос тоже был, что когда же обучение начнется? Вы знаете, вот некогда, никак это не сделать. Подготовлено, все в свою очередь. Принято решение, как я уже говорил какое-то время назад, повторю просто, потому что повторение мать учения, что более важно сейчас дублированию научиться, то, что рассказывал Франчишек Солар в Вильнюсе, недавно, буквально вот неделю назад, да, вот, и чуть больше. И, в принципе,
Вот это сейчас будет осуществляться. Что касается адресных проектов, мы по мере поступления инициаций начинаем людей, которые активны, даем им как бы возможности ну, как бы обучиться в процессе. К сожалению, это пока так. Вот. И критерии. Самые основные критерии. Если кто-то там по ту сторону экрана сидит, думает, надо бы адресный проект какой-нибудь сварганить. Поймите правильно. Критерии вот мы сегодня устанавливали. Что является отбором? Вот хорошие проекты. Первый. Небольшой участок. Так, чтобы объем первичных инвестиций был не более 25, 30, 40 миллионов долларов или евро. Это раз. Там есть причина, не буду сейчас в них вдаваться, почему это так. И именно, чтобы это был пилотный проект для определенного региона, чтобы на его базе можно было делать уже следующие другие проекты. Хотя ничего и никто не исключает, что это может быть и 80 километров, и 300-миллионный, и миллиардный проект, как, например, Хорда, решение Хорды в Москве, там между Внуково, Шереметьево, Домодедово, или вернее, Внуково, Домодедово, Шереметьево. Вот. Все возможно. То есть московский проект тоже в работе, подготовки идет. Там эту часть, которая Хорда решается, значит, ведет группа Андрея Ховратова, когда мы с ним беседовали, говорит, он сказал, что я лично руковожу этим проектом, отлично. Вот. А у нас там появилась точка стыковки в одном месте во Внуково. Вот это достаточно интересное решение может быть, когда радиальная с Хордой соединяется или с окружной, так называемой, да, трассой. Вот. Так что в этом плане мы работаем. И теперь очень важно еще то, что в Италии, например, 13 декабря там в Министерстве транспорта, которое собирает ну, инициативную группу, скажем так, это тоже для нас большой результат, дорогие друзья. Выступит это такая, как бы, ну, инсайдерская информация. Кирилл Бадулин будет о технологии рассказывать. Вот, потому что в Италии очень сильно заинтересованы высокие чиновники в развитии именно этого вида транспорта. Вот, и поэтому одна из встреч, которая будет в Милане, она будет, скорее всего, связана с тем, что будем рассматривать, опять-таки, с какого пилотного проекта в Италии начинать. Хотя там Сан-Бернардино рядом, это в Швейцарии, недалеко от Милана, но будем смотреть. Есть в Германии несколько проектов, которые тоже люди, вот, которые это ведут, они как бы сейчас готовят. Таким образом, еще раз по токенам я вам уже сказал, как только я увижу официально белую бумагу, хотя бы для начала, то сразу мое мнение вы услышите обязательно и в письменном, и в речевом виде с комментариями. Вот, я думаю, что это будет достаточно скоро. Там есть нюансы, почему это дело немножко затягивается. И был вопрос еще, могу ли работать в Дубае с инвесторами в технологию. Вот. Если я правильно понял вопрос, то тогда мой ответ следующий. Я понимаю так, что у вас есть или у кого-то есть интерес в Дубае создавать как бы свою структуру или ну, как многоуровневым маркетингом привлечь инвесторы, получить с этого свои выгоды посредника или же бонусы. Вот. Да, это можно делать, но я рекомендую там использовать большие, ну, чтобы это были большие инвестиции, там не мелочевка какая-то там по 25 долларов, что мы начинали в свое время. Вот. И использовать канал, площадки именно Royal Capital Group, потому что вот-вот буквально, если еще не поступили, то вот сегодня или завтра вы должны поступить окончательно документы официально, хотя есть, но их пока нет на руках у GTI, переоформление 2% акций именно свою собственность, чтобы их выдавать от Royal Capital Group 2, 2% привилегированных акций, чтобы их передавать под инвестиции, которые будут, залог инвестиций, которые будут идти через Royal Capital Group. Я в подробности сейчас тоже не буду вдаваться, как это делается. Главное, что этот канал работает. И я рекомендую им воспользоваться буквально в ближайшее время. Так что, дорогие друзья, работайте. Желаю всем успехов. Берегите себя, своих близких. Старайтесь себя держать
физической форме, потому что иначе зачем нам потом эти выгоды? Они будут, ну, есть, конечно, будут нашим потомкам, там будут другим, но и нам надо этим воспользоваться. Поэтому заботьтесь о себе, но не забывайте наше общее дело, чтобы вклад был бы, скажем так, постоянно не пассивный, а достаточно активный. Даже является, вот у меня спросил один товарищ, говорит, ну хорошо, ну денег у меня уже нету, типа того, что я потихоньку вкладываю, но хотелось бы больше, вернее, не то, что нету, а больше нету, скажем так. Я, говорит, постоянно держу определенный поток поступлений от своей там пенсии, от своих выступлений и так далее. Что еще? Я говорю, слушай, дорогой друг, вот у тебя есть как минимум два вклада еще. Он говорит, какие? Я говорю, то, что ты будешь себя держать в свое тело и душу в здравом состоянии, это раз. И второе, то, что ты будешь постоянно развиваться сам. Тем самым будешь искать, может быть, найдешь какой-то и другой свой вклад. Кроме этих инвестиций, найдешь какой-то проект, сможешь где-то читать лекции и так далее. Он сказал, да, слушай, интересная мысль. Ну вот, поделился с вами, глядишь, может, еще кому-то эта идея понравится. Таким образом, до скорой встречи, дорогие друзья. Всем всего доброго. До свидания.